первые месяцы жизни ребенка основа его питания – мамино молоко. Оно богато белками, углеводами, жировыми соединениями, витаминами, микроэлементами и важными питательными веществами. Все это богатство идет к ребенку от организма мамы. Поэтому очень важно, чтобы мама не уставала, вовремя ела и отдыхала. Ее рацион должен быть полноценным, сбалансированным, разнообразным. Питание кормящей мамы необходимо обогащать основными группами продуктов. Это фрукты, ягоды и овощи, хлебобулочные изделия, молочные продукты, мясо, рыба, жиры. Для поддержания грудного вскармливания маме важно соблюдать правильный питьевой режим. Мамы должны питаться полноценно, разнообразно. То есть в рацион мамы должны входить все абсолютно продукты, за исключением только облигатных аллергенов, которые могут вызвать аллергию как у мамы, так и у малыша. Как правило, цитрусовые, сладкие, то есть иногда бывает аллергия на какие-то продукты, морепродукты, то есть их можно употреблять, но не увлекаясь, не в большом количестве. А все остальное мы маму рекомендуем и разрешаем. То есть у мамы должен быть полноценный отдых, режим дня, так же, как у малыша. То есть мама должна отдыхать не меньше 8 часов в день, чтобы у нее было достаточно грудного молока. И, соответственно, мамам даже рекомендуем питание так же, как малышам, каждые 3 часа. То есть мама кормящая должна кушать не меньше 6 раз в день.